Всем привет, дорогие зрители! Нашел эксклюзивную виллу в районе Каркаджак, видовую, недалеко от моря. Расстояние этой виллы до воды 1583 метра. Отмерял по карте Google. Это максимум, то, что есть. Может быть и меньше. Другими дорогами, если пойдете. Здесь дорога асфальтированная. Здесь у нас бассейн. Территория 600 квадратных метров. Тут у вас будет один сосед. Нижний этаж, два этажа. Одна вилла. И вот эта вилла. Двухуровневая. После ремонта под ключ. По очень хорошей цене. Дорогие зрители, вот какой вид. Вид на крепость Алани, вид на море, вид на горы. Этот вид у вас никогда не закроется, тут ничего не построят. Вот. Джакузи. Так, балкончик. И я. Сейчас скажет, продает друг, скажет, еще так много друзей. Да, у меня много друзей. Я дружелюбный человек. Так что эту виллу продает друг. Прическа снова встала. О цене обсудим. Цена 300 тысяч евро. Есть торг. У меня самая хорошая цена. Так что звоните. Показываю его, она мне очень понравилась. Гардеробная. Большая такая. Там няняш-няняш, оттуда смотришь ныныш-ныныш. Высунул голову и смотришь. Вот спрятался я. В ванной вытащил голову и море. Глазами не описать, ролик не показывает. Ой. Оказывается, все работает. Сейчас сломаю. Тут был агаси. У нас в санузлах теплые полы, кондиционеры во всех квартирах фирма Mitsubishi, инверторные, дорогой, золотой. Я эксклюзивно буду хорошо показывать. Отмерю я лазерным измерителем. Так, в эту сторону. Неправильно. 38 почти 39 квадратных метров. У нас здесь гостиная, скажем, или спальня, скажем, не знаю, кто что хочет, может сделать с этой комнаты. Здесь у нас кладовка вот такая большая. Тут балкончик. Смотрите, все с доводчиками. Алюминиевые двери, термопакет, балкончик, вид отсюда на горы, на крепость Алания. Тут санузел большой,
Кстати, сюда вход с двух сторон. Один отсюда и один отсюда. Стиральная машинка фирмы Samsung. Сюда устанавливается проточный водонагреватель или там накопитель системы, бойлер. Двери открываются в таком вот механизме. Видите, да? Креатив качественный. Сейчас включу, вода пойдет отсюда. Угу. Все пока, все. Вилла. Очень мало вилл, которые находятся близко к морю. Скажем, первая спальня. Большая. Глобус. Так, тут у нас вид на ту сторону, также видит море. Угу. Тоже кондиционер фирмы Mitsubishi. Отмеримка. Так, примеримка. 16,5 квадратных метров. Это спальня. Гардероб я показал, еще раз покажу. Все, увидели. Придется свет тоже отключать. Подниматься мне надо наверх. Да. Так, спускаемся. Сюда опору сделают, этот перекладина. Итак, гостиная комната. Это у нас еще одна спальня. Тоже кондиционер фирмы Mitsubishi. Электрические рольставни. Вид на крепость Алани, на море, на горы. Закроем. Эта спальня тоже где-то у нас 14 квадратных метров. Все с доводчиками. Здесь тоже можно сделать кладовку. Сюда, наверное, деревянная сделаю. Кухня. Вся бытовая техника фирмы Франко. Ну, знаете, да, что она дороже стоит в Турции. Ну так, микроволновка, духовка. Эти шкафчики одену. Цвет здесь болотно-зеленый. Приятный цвет. Стиль красивый, серый. Угу. Столешница у нас. Франки. Да, понятно. Вытяжка фирмы Франки. Это тоже, кажется, индукционная плита Франка. Сюда диваны докупят, все, что нужно, докупят. Так, покажем еще, что здесь. Прихожая, тоже шкафчик, вот такой интересный цвет. Это не белый, не серый. Цвет зеленого с открытым серым. Санузел нижнего этажа. Есть форточка. И тут еще как бы место для кладовки, скажем, специи ставить, соленья. Так, покажем снаружи, как у нас вход, дверь. Вот здесь вход, двор, открытая парковка. Здесь также лесенки, которые идут вниз, но я туда потом спущусь. Надо здесь вам террасу показать, этот балкон. Видите, как красиво. Сидите в гостиной, смотрите на эту красоту. Восхитительно вообще здесь очень. Не знаю, как вы, но я уже все тоже влюбился в эту виллу.
таунхаус, вилла. Ну, здесь двухуровневые квартиры или виллы. Ну, вы поняли. Бассейн у вас один на двоих. Соседи хорошие. Люди. И так. Огромный балкон. Можете застеклить, будет вам еще одна комнатка. Сюда поставить балкон и мебель. Телевизор фирма Samsung. Сюда акустику, наверное, еще поставят. Инверторный большой, кондиционер 18000 BTU, я думаю, что. Где здесь написано? Где ты? Где? Нет, не могу найти. Mitsubishi спрятала. Made in Taiwan. Гиперинверторная. Все, я уйду тогда. Вместе с вами выйдем. Ну, я еще вернусь. Надо электричество отключить. Закрыть двери и уйти. Оливковое дерево, авокадо тут, лимон. Апельсин, сосна. Так, лестники. Вот это вход соседу тут. Двор. Живете мирно, здесь делаете барбекю себе. Вообще. 300000 евро с торгом. Еще две собачки у вас соседи тут. Да. Вот вилочка серо-белого цвета. Дорогие зрители, на любой бюджет, смотря, да, какой не самый минимальный, сейчас цены подняли. Поможем, чем сможем. Я слежу за рынком, когда мне пишут за 40000 евро, хочу 2 плюс 1, 3. Ну, не пишите лучше. Лучше приезжайте на месте, убедитесь во всем. Посмотрите несколько вариантов с другими агентствами и поймете. Как говорится, в конце звонит мне. Виллы. Много вариантов. Но я их не снимаю. Эксклюзивные вот эти пирожки, кто обратится ко мне, я на месте поедем, покажу, расскажу, потрогаю виллу вместе с вами. И вы, если захотите, приобретете у нас. Короче, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Каркаючак. Хочется позитива, не получается, но... из-за ситуации. Всем пока-пока.